Продажи на автомобильном рынке Молдовы в этом году продолжили падение, вернувшись к показателям 2005 года. Нелегко пришлось и основным игрокам на молдавском авторынке, а также потребителям. Мы решили разобраться, какова тенденция авторынка в нашей стране, чего ждать в ближайшее время и есть ли место на рынке для новых игроков. Автоэксперт и бизнесмен по совместительству Василий Роцкий поможет разобраться в вопросах молдавского авторынка. Советую посмотреть автодилерам, желающим приобрести машину, и представителям власти. Для них тоже есть пару интересных рекомендаций. Прошу. Начнем с банальной статистики. Более 8 тысяч подержанных автомобилей в 2015 году против 480 в 2007. Тенденция уровня продаж новых авто тоже снизилась и в сравнении с прошлым годом. Если говорить об общем объеме продаж, то он тоже снизился. Он снизился где-то на 30-40% общий объем продаж. Основные показатели, то это, конечно, снижение покупательской способности. Кризисы, кризис в стране постоянный. Мы сегодня говорим об автомобилях. В нашей стране это еще не... Это роскошь, к сожалению, у нас это пока еще роскошь. В 2008 годах, когда у нас было хорошо, когда не было кризиса, автомобиль являлся именно... То есть мы шли к этой... к этому показателю, что автомобиль это будет средством передвижения. Это способствовало кредитные программы, развитие лизинга, наличие денег у людей. И это как бы, этот показатель сделал нам возможным увеличение рынка продаж новых машин. Но несмотря на то, что уровень продаж новых автомобилей упал, особенно по сравнению с 2008, главные игроки на авторынке сегодня зарабатывают больше именно на этом сегменте. Этот сегмент, наверное, самый устойчивый к любым стрессам. Ну, это понятно, да? Потому что человек, у которого есть капитал, ну, скажем так, миллион, да? И в результате кризиса у него капитал, ну, снизится, там, он потеряет каких-то денег. Но при этом, если он планировал купить машину за 50 тысяч, то он никак не повлияет на его общую там, жизнь и деятельность. А у бедных людей, у людей среднего достатка, у тех людей, которые используют привлеченные ресурсы, для них это проблемно. Поэтому они уходят в сегмент подержанных автомобилей, в сегмент, который нам подарил правительство, это сегмент машины из Прибалтики, которые не нужно растамаживать, машины из Приднестровья. Вот так меняется наш рынок качественно. Качественное изменение рынка происходит еще из-за того, что не предложение рождает спроса, а наоборот. Но не могут себе позволить автодилеры диктовать тренды. К сожалению, у нас нет вот этой культуры обучения. Культуры обучения правильного потребления. Поэтому это очень плохо, к сожалению, что мы то есть изучая какие-то тенденции, мы предлагаем это, да, мы именно... В целях получения сиюминутной выгоды мы бежим и предлагаем то, что хочется сегодня клиенту. Понимаете? Если мы говорим, например, о дорогих автомобилях, да, это машины, которые в Молдавии – это один из способов самовыражения. Одним словом, бизнес на продажах железных коней нынче не приносит желаемой прибыли. Василий Роцкий убежден, для того, чтобы ситуация изменилась, необходимо создать ассоциацию авторизированных автодилеров, но такую, которая на деле будет лоббировать интересы игроков рынка. Она должна быть организована в таком формате, при котором эти члены этой ассоциации ставят перед своей организацией какие-то вопросы и достигали этих целей. Например, вопрос увеличения акцизов. Да, это должно лоббироваться дилерами. Потом вопрос ввоза машин до 10 лет. Это вопрос, который должен лоббироваться и должен продвигаться дилерами, и должен реализовываться ассоциацией. Василий Роцкий уже не раз предлагал чиновникам решения, способные защитить интересы автодилеров. При этом, что немаловажно, от необходимых изменений приобретет выгоду и само государство, а соответственно и потребитель. Ну, по крайней мере, из опыта развитых стран. В Молдавии насчитывается порядка 300 тысяч подержанных автомобилей. Рынок новых автомобилей – это 3 тысячи, то есть это 1%. В нормальных странах это 10-15%. То есть сегодня мы говорим о рынке в продаж в размере 50 тысяч автомобилей. Понимаете?
Сегодня, если мы говорим, что на каждой из этой машины государство будет получать 1000 евро акцизов, умножить на 50 тысяч автомобилей, цифра с многими нулями. И это деньги, которые государство получит от автотрейдеров, от покупателей автомобилей. Насколько тогда улучшится жизнь в нашей стране? Насколько улучшится качество автомобиля, насколько улучшится среда, насколько улучшится безопасность на дорогах, когда у нас появится много новых автомобилей. А между тем, экономический кризис в стране отнюдь не единственная проблема падения уровня продаж новых автомобилей. Непродуманная политика государства – одна из причин сложившейся ситуации на рынке. Один из самых, наверное, неудобных или самых непродуманных проектов, который был осуществлен в Республике Молдавия, это ввоз автомобилей без ограничения из других стран. Это возможность завозить в страну машины, не оплачивая никакие таможенные сборы и акцизы. Я считаю, что это один из самых таких сокрушительных ударов, который был нанесен. И я вам могу сказать, что не только авторынку, не только рынку авторизированных дилеров, а и в целом автомобильному рынку Молдавии. То сегодня, если посмотреть на рынок, и это был когда-то бизнес, то сегодня этот бизнес, к сожалению, потихоньку начинает переходить в бизнес продажи этих автомобилей именно на латвийских номерах, литовских номерах, болгарских номерах, машины состояния, которое неизвестно. Если же говорить о взаимодействии государства с представителями автомобильного бизнеса, его качество оставляет желать лучшего. Ее практически не существует, констатирует Яроцкий. Вторая проблема, о которой я говорю, это проблема акцизов, которые были изменены. Произошли какие-то изменения качественные в ставках акцизов, но я думаю, что если бы вернулись к первичной ставке 2009 года, то, возможно, внеся небольшие изменения с учетом цены автомобиля, то, возможно, это бы тоже улучшило качество работы авторынка Молдавии. И еще один момент, который бы хотел уточнить, это момент взаимодействия вот в ситуациях, когда рынок, вот как у нас там, или перегрет, или падает, да, то есть какие-то инструменты, которые государство или дилер, или ассоциации могут позволить, и рычаги, которые могут позволить изменить эту ситуацию. Например, оплата акцизов после продажи или с отсрочкой платить. Сегодня у нас как происходит? Для того, чтобы государство получило деньги в бюджет, мы платим акцизы, привозим автомобили в страну. И эти деньги как бы заморожены у дилера. То есть он привез парк автомобилей, у него стоит 5 автомобилей. Из этих 5 машин он привез еще 10 тысяч евро, заплатил акцизы. Это замороженные деньги. И вот он ждет, пока продаст эти машины. Он мог бы завести 6 машин, 7 машин, мог не брать кредит у банка. И ограничивая в сроках оплаты этих акцизов, заставляли бы рынок работать, продавать машины, может, со скидками, может, быстрее, потому что ты понимаешь, что тебя поджимает оплата акцизов государству. Вот такие инструменты, которые необходимо использовать. На вопрос, когда все-таки автомобильный рынок реабилитируется, Василий задумался и ответил скептически, зато честно. Наш рынок достиг дна. Если ты достиг дна, значит, есть шанс оттолкнуться и поплыть вверх. Но я боюсь, как бы снизу не постучались. Вот единственное, что меня... То есть такие четкие? Нет. Но сегодня, опять же, у нас макроэкономический тренд тоже не лучший. Если не говорить негативный, то он такой, скажем, нулевой. Опять же, проблемы государства, вот, проблемы в стране самой. Да? То есть, опять же, вернемся к тому моменту, что автомобиль – это не то, что мы продукт первой необходимости. Поэтому люди, когда тебе приходят в два раза увеличенные счета за электроэнергию, за газ, ты не думаешь, как купить тебе новый автомобиль. Поэтому эти планы откладываются на лучшие времена. Вот, значит, мы будем пару лет находиться в этом сегменте, то есть в этом продаж, уровне продаж где-то 4-5 тысяч. Несмотря на это, для потенциальных новичков авторынка двери в этот бизнес в Молдове по-прежнему открыты. Важно лишь учесть несколько важных моментов. Место есть, продавать можно и работать можно. К сожалению, есть нюансы и моменты внутренние, да, то есть молдавского рынка. К сожалению, наш рынок, его емкость
безумно ограничена. То есть продавая 3000-4000 машин в год, этот рынок, к большому сожалению, не интересен никому из больших игроков, производителей автомобилей. Поэтому для того, чтобы попасть или получить какое-то официальное представительство, надо провести огромную-огромную работу. Для того, чтобы выйти на молдавский рынок, ну, чаще всего мы вынуждены быть какими-то субдилерами региональными, там, румынскими, украинскими. Поэтому либо привозить эти машины неофициально, что тоже у нас есть такой момент. Теперь о том, что следует учесть потребителю при выборе авторизированного дилера. О случаях приобретения авто через частных лиц мы говорить не стали. В первую очередь надо посмотреть, как работает дилер, отзывы почитать о нем. Отзывы обязательно. Прочитать отзывы о работе сервиса, потому что эта любовь между дилером и покупателем нового автомобиля длится от 3 до 7 лет. Потому что это гарантийный срок, да. И почему-то у нас принято считать, что в данном случае дилер, то есть клиент попадается в такую зависимость, то есть в плен. И, соответственно, здесь можно делать с ним все, что хочешь, потому что он же должен тебя за гарантию. Вот это очень важный момент. Посмотреть взаимоотношения, чтобы узнать у каких-то знакомых, у каких-то из друзей, как работает. Лидерами продаж в этом году традиционно стали 5 брендов – Dacia, Skoda, Toyota, Hyundai и Chevrolet. Аутсайдерами – российская Lada, Mitsubishi и Kia. Низкий уровень покупательской способности, отсутствие качественной связи между автодилерами и государством и несовершенная политика государства, направленная на развитие авторынка в Молдове. Будем надеяться, что ситуация изменится уже в ближайшее время. А пока так. Надеюсь, Василий Роцкий помог разобраться в положении дел на автомобильном рынке Молдовы и перспективе его развития.